Друзья, сегодня у нас замечательный день и знаменательная дата. Мы празднуем открытие нового стационара. Это круглосуточный комфортабельный наркологический стационар, который находится по адресу улица Бассейная, 38, с комфортными трех-, двух- и одноместными палатами, с душем, туалетом и всеми удобствами. Но самое главное – это наша команда специалистов, профессионалов, с которыми мы работаем уже на протяжении 4 лет. Это врачи, которые сегодня здесь собрались на наше мероприятие. Их уже более 50 человек работают в клинике. И сегодня поздравляем мы их, они нас. Вот они будут продолжать работать в этой клинике в соответствии с миссией нашей организации. Это оказание качественной наркологической помощи любого уровня. От капельниц детоксикации до реабилитации и ресоциализации, основанной на доброжелательном и уважительном отношении к пациенту и между сотрудниками. И эту миссию, и эти принципы мы будем исповедовать обязательно и в этой клинике. А глобальная цель развития нашей организации – это создание сети наркологических клиник и реабилитационных центров на территории России, надеемся, и не только, который будет способствовать увеличению количества людей, придерживающихся трезвого образа жизни и свободных от зависимости. Октября 2021 года мы открываем второй стационар, круглосуточный стационар.